Ребят, всем доброе утро. Я сейчас вам немножко расскажу, чем мы сегодня будем заниматься. Мы, друзья, после Канады, после поездки в Канаду, мы заехали к маме сюда в гости в Вашингтон. Вот. И, друзья, сегодня у нас среда. И просто, друзья, будем здесь немножко побудем. Решили навестить маму. И хочу сегодня утром я полить огород. Так что я вас возьму сегодня с собой. Мне очень нравится поливать. Вообще вот что-то делать с грядками. Потому что, знаете, всегда в поездках. И просто это как такой релакс. Просто позаниматься немножко. Там сзади шумит. Мама здесь дала нам приказание. Короче, нужно собрать кровать. Нужно, мама тут купила новую кровать в гостевую комнату. И мой муж Василий сейчас наверху, на втором этаже, собирает кровать. Я вам немножко сниму, покажу тоже. И сейчас у нас раннее утро. Я хочу сделать завтрак простой. Сильно не хочется заморачиваться завтраком. Тут такой классный запах вот от жасмина, вот этих белых кустов. Вообще. В прошлый раз мы здесь были. Вы видели уже видео недавно, вот когда мы ездили в Канаду, да? То это самое. Они еще, друзья, не расцветали. А сейчас они так полностью вот расцвели. Очень классно. Такой аромат здесь вообще. Очень сегодня хороший день. Просто красота. Все, друзья, пошлите, я вам засниму. Покажу, чем там занимается мой муж. Здесь такой стоял раньше диван. Тоже новый. Он раскладывается. Это просто мы сняли эти штуки, чтобы вынести диванчик, чтобы он пролез. Сейчас я вам покажу. Тут Вася собирает кровать. Здесь очень много разных таких железяк, которых нужно собрать. Еще даже не знаем, как она будет выглядеть. Заказала я, друзья, сегодня утром, пока мы еще спали, прям в постели. Знаете, есть такая программа DoorDash, вы уже, наверное, знаете, да, кто живет в Америке. Быстрая доставка из магазинов, либо из ресторанов, еда. И я заказала вот клубничка из Sprouts Farmers Market, да. Она очень вкусная, такая сладкая вообще. И blueberry тоже малинку взяла. Я не помню цена, где-то по 2, по 3 доллара. Они всегда дешевле, чем в других магазинах. Все очень качественное, все очень вкусное всегда. Манго по доллару. Две штуки я взяла. Сейчас хочу я сделать овсяную кашу. Я очень люблю овсяную кашу с фруктами на завтрак. И вот две штучки. И вот такая вот у мамы новая штучка. Смотрите, какая классная, с яблоками. Красивенькая такая. Вообще.
И, друзья, как я приготовлю, я хочу вам показать, что мне подарили на мой день рождения. Я вам не смогла показать в прошлый раз, в прошлом видео, когда мы здесь были в гостях, потому что слишком, ну, быстро все как-то. Мы здесь общались, и нужно было ехать уже и за грузом. В понедельник выехали, и просто как-то вылетело из головы, и я вам не показала. А мне сестра и мама передали подарочки здесь. Я вам покажу, раскрою. Вот. И потом, друзья, пойдем с вами будем поливать цветочки и огородик. Ванюшек! Хай, Ванька! Ванька, пойдешь на улицу? Пойдем с тобой поливать огород? Ванюша! Да? Ты что такой грустный? Что это такое? Нюся? Ты что, обиделся? Ванюся? Нюся? Ай, холосый такой собак. Добрый такой, хороший. Да? Ты добрюшек? Добрюшек малой такой, да? Так, ну что, друзья, сейчас я покушаю. Будем с вами поливать здесь огородик. Волосы я так все еще не покрасила. Что-то нет у меня времени совсем. Какая вкусная каша с малиной. Вообще. Здесь у меня, друзья, бутерброд с селедкой, с маслом. Давным-давно не кушала. Очень-очень захотелось. Совсем не хочется работать. Прикиньте, сейчас надо мне собрать здесь листья, все полить. Сегодня очень хорошая погода, солнце, очень классно. Вася уже собрал кровать. Кровать очень-очень устойчивая. Очень хорошая. Всем привет. Да. Что ты делаешь?
Так, ну что, сейчас я возьму вот этот шланг. Мы с вами его раскрутим и будем поливать. Здесь такая вот у мамы штука есть. Видите, она сама может траву поливать. Очень удобная. Но я ее сейчас откручу. Я думаю, я ее в конце просто поставлю и все. Чтобы она поливала траву. Котика, ну я только включила. Растет щавель у нас. Очень быстро он растет. Постоянно его обрезаем здесь. Я полью и потом соберу все листья, вот эти, которые здесь упали.
собрала здесь, друзья, листья. Хоть немножко, но видите, все равно вот, вот валяются. И здесь еще нужно будет тоже собрать. Это уже я Васе оставлю. Пускай он делает. И будет подметать вот этот пол тоже. Асфальтик здесь. Я все поудаляла вот такие вот штуковины с цветочка, чтобы они выглядели свеженькими, красивенькими. Видите, какие классные стали. Осталось здесь подмести и все. Пошлите, друзья, я вам покажу подарочки свои. Вот здесь я тоже, видите, сделала. Более-менее такие свежие стали выглядать. Итак, ребят, ну что, давайте раскроем подарочки. Я уже, честно говорю, я уже видела, но для вас я хочу показать. И не было у меня времени показать подарки, и потому что мы, ну, груз получили, и нужно было ехать. Я с собой даже не хотела брать, чтобы не испачкать эти подарочки, а приехать уже в следующий раз и просто их забрать. И это, друзья, у меня был день рождения 18 мая, а сейчас уже у нас 24, по-моему, да? Или 25, среда, уже июль. Вот, так что вот такой вот пакетик. Много уже говорить не буду, я вам покажу. Мне очень понравилось. И следующий подарок вот такой вот. Вот. Тоже мама мне подарила. И я, друзья, вам покажу потом. Так, открываем. Здесь у нас очень красивая сумочка. Смотрите, какая классная. Кожаная она. Видите? Здорово. Очень-очень классная. Мне очень нравится такая. Легкая вот именно на лето. Да? Вот фирма. Кому интересно. Мода люкс. Так, посмотрим, что здесь внутри у нас. Вот так вот она выглядит. Здесь тоже есть такая вот, видите, длинная ручка. Тоже можно и подлиннее сделать, а можно так носить. И здесь, конечно, у нас еще крема есть для лица. Очень-очень классненькая. Видите, какая? Здорово. С платьем. Так, вот такой вот у нас идет кремчик. Это консилер у нас получается. Так. Я положу вот так, чтобы вы видели. Вот. Это у нас консилер Double Wear. Не знаю, сколько он стоит. Нужно будет посмотреть. Liquid Mineral Foundation. Это с солнцезащитным sunscreen. SPF 20. Ну, тоже неплохой. Очень хороший. Я уже как-то, друзья, рассказывала про сестру, про своих. У меня есть там видео. Что я хотела? Мысли у меня что-то вылетает. У нас, друзья, 10 лет разница. Мне сейчас 29. Моей сестре 39. Вот так вот. Дружим. Очень-очень. Хорошо, друг друга всегда поздравляем с праздниками, с днем рождения. Очень классная сумка, мне очень понравилась. Так, ну что, смотрим. А здесь, друзья, у нас платье. Оно, знаете, как идет, как халат. Такое, стиль, как типа халатика. Сейчас я положу его, попробую вам показать. Вот так вот оно выглядит, да? Вот фирма H&M. Кого интересует, очень-очень хорошее платье.
Оно идет вот так. Здесь такая застежечка есть, так. Очень такой плотноватая ткань. Здесь вот так завязывается. Конечно, на камере оно выглядит немножко таким широким, но оно как раз мне. Видите, здесь такой вот разрез небольшой. Вот такой рукав. Окей. Его можно завернуть. Вот так вот оно выглядит. Очень даже неплохой. Мне очень нравится. Я, друзья, не поленилась и для вас вот повесила его, чтобы вы могли разглядеть, как оно выглядит. Вот здесь такой узел, чтобы как я завязала. И вот здесь такая тоже есть. Видите, завязывается штучка. И идет такая вот платье. Очень классное. Мне нравится. Рукав можно делать по-разному. Повесила. Не хочу ее одевать. Все. Вот такое платьишко очень классное. С вот такой вот сумочкой. Здорово. Так, ну что, следующий, друзья, подарок. Здесь уже, как всем известно, открытка. Сейчас я открою. Читать, друзья, не буду. Тут личная. Написано «Датер». Это доченьке. Вот такая вот очень красивая открыточка. Так. И вау, здесь 100 долларов. Класс. Очень классный подарок, правда, друзья? Самый лучший, что может быть лучше. Здесь, конечно, пожелания. Очень красивая открытка. Мне очень нравится. Спасибо всем. Thank you, thank you. Ну все, друзья, мое видео подошло к концу. Спасибо за просмотры. Также я хочу поблагодарить отдельно одних людей. Их зовут Илья и Елена. Они очень всегда хорошо пишут про наши видео, очень хорошо ставят комментарии. Спасибо вам, друзья. Смотрите нас, поддерживайте. Всем пока-пока.